Когда поэты на лоне природы начинают писать стихи или сочиняют нечто возвышенное, то в этом нет ничего удивительного. Ведь даже мы, люди деловые, практические, когда попадаем в эдакую, я бы сказал, мифическую красоту, начинаем чувствовать в себе нечто непостижимое. Эдакое диво, Карадаг, золотые ворота, Иван, разбойник, неповторимые места. Но есть на свете люди, которые не глядят на все это. Сегодня вот всю ночь в Духане, 6 утра, а их нет, пофартят деньгами, зальются шампанским, шутами вырядятся, а потом приедут, будут спать и скучать. Да. Ну-с, всего несколько шагов, и я у дома. Ученый муж уехал верхом. Кто с кем? Прошу. Аркадьевна, прошу вас, Ольга Борисовна. Пшел. Да, Ольга Борисовна, женщина, достойная героических усилий. Всегда рады, Батона, прошу, пожалуйста. Ты прекрасно выбрал, Никон. Я выбрал. Это черт выбирает для нас.
Стой! Стой! Не хотят ли дамы шампанского? О, да, да, да. Нет, что вы, я устала, я спать хочу. Пошел. Она красавица. Что удивительно, что за ней ухаживают. Мне надо найти равновесие. Доброе утро. Потеряно равновесие и потеряна шляпа. А вы уже встали? Еще не ложилась. Жаль было спать такую ночь. А Ольга Борисовна осталась в городе? Да, она с Букеевым и компанией. А вы верхом один? Один. А я видела вас в степи. Да. Вы устали, наверное. Вам надо сейчас уезжать, а я сварю кофе. Нет, позвольте, а почему же вы? Дуняша уже, наверное, встала. Ничего, я скоро. Какая славная девушка. Утром хорошо встретить такую. Сама точно утро. Доброе утро, Яков Сергеевич. Доброе утро. Книжку вашу я прочитал. Да? Понравилось, не правда ли? Я полагаю, она для специалистов написана. Правильно. Вы очень догадливый человек. А я больше романы люблю. Вы здесь описываете несколько способов добывания воды. Какой вы хотите здесь применить? Это все для Крыма не годится. Здесь надо угадать, найти, учуять водяную жилку. Тут бы трудно. Ну, пошел в море. Желаю удачи. Как я устала. Прошу сюда. Ну-ка. Вот. Вот. Ой. Ой, как мы долго ехали. Седьмой час, а уже начинается жара. Это вы воображаете. Огурчик соленый. О, пожалуйста. Мерси. Не люблю юг. А кого вы любите? А я знаю кого. Только он не скажет. Ты все знаешь, кроме того, что должен знать. Юпитер, ты сердишься?
Молока. Ник Новосильевич, скажите, чтобы дали холодного молока ко мне в комнату. Холодное молоко вчерашнее, выпейте лучше парного. Прислуга еще дрыхнет. Хозяин давно на ногах, мало того, еще и ночь не спал. В трудах великих. А как вы думаете, легко сделать жизнь приятной? Ой, как печально сказано. Прощайте. Спасибо, Верочка. Спасибо, я сам. Почему вы сбежали от нас, ученый? Камо, бегу от лица твоего. О, мы утомляем вас своим легкомыслием. Знаете, ваша супруга зверски кокетничает с Букеевым. О, зверски? Страшно. Кому страшно? Букееву. Яков Сергеевич. Да. А это плохо, кокетничать? Это хорошо или дурно, глядя по тому, насколько умело кокетничает женщина. Угу. Да. Садитесь. Благодарю вас. Если она проявляет свое обаяние в формах изящных, если каждое ее слово, движение, взгляд дают мне, мужчине, ощущение таинственной силы ее пола, это прекрасно. До свидания. О, Господи, целая лекция. Уезжаешь? Да, на холмы. А почему ты не спишь? Я мечтаю. О чем? О тебе. Разве? Угу. Удивительный у меня муж. Черт возьми, думаю, я с восторгом. Я всю ночь где-то кутила. Кутила и вообще веду себя веселой вдовой. А он спокоен. Он так уверен в моей любви. Спасибо ему. Он упивался мечтами. Она шампанским. И все шло благополучно. Так начала бы я свой рассказ, если бы умела писать. Попробуй. Почему ты уехал от нас? Ты красавица. Неудивительно, что с тобой все ухаживают. А что бы ты сказала, если бы я полюбила другого? Ну, не знаю, Валенька, я никогда не думал об этом. Все может быть. Оленька, ты шутишь, я уверен. Хотя... Хотя. Если ты сказал «хотя», значит, ты не очень уверен. Не очень? Это хорошо. Спасибо. Ну, за что? За что спасибо? Пойми. Ты найдешь здесь воду. Конечно. Скоро? Да. Наверное. И здесь все зазеленеет, да?
Разумеется. В этом цель моих работ? Оленька, ну не ленись, пойди в море, освежись. И отдохни хорошенько. Отдохни. Кажется, у тебя нервы не в порядке. Никон Васильевич, мне нужно бы побеседовать с вами. О делах? Успеем, успеем. Время есть. Мы с вами, батенька, много наделаем разного. Есть один сложный вопрос. А их сотни сложных вопросов. Если речь идет о земле и воде, вы лучше с дядей Жаном поговорите. Хорошо. Никон, вы устали? Да, лет 15 назад. Что с вами? Устал. От чего? Не знаю. Я не люблю тайн. Не сердись, Нина. Не сердись. Мне не по себе сейчас. Погоди. Погоди. Я здесь. Для интимных бесед природой предназначены вечера и ночи. Утром же свободные люди наслаждаются природой, а трудолюбивые – трудом. Ну, почему сидите здесь, а не на берегу или в саду? Шли бы на воздух. Там земля пахнет пряником, море шелковое, и жаворонки поют, коль славен. Да. Что случилось? Я схожу с ума. Никон, прошло всего 2 месяца, как я их выписал сюда из Тамбова, придумав эту идиотскую эпопею с водой. Это немало стоит. Я тружусь. При каждом удобном случае напеваю ей о твоих миллионах. Что я могу еще сделать? Тише, Жан. Тише. Видишь ли, оказывается, я всю жизнь никого не любил. Это, брат, видимо, твоя последняя женщина. Она первая женщина для меня. Я не знал, что такое бывает. Она последняя твоя женщина, как 40-й медведь для охотника. Это что такое? Ну, ничего не говори толком. 40-му медведю указан срок жизни охотника. В Сибири есть поверье такое. 39 медведей охотник одолеет, а 40-й медведь свалит охотника. И баба есть такая, как 40-й медведь. С 3 слюбишься, и ничего. С 9
и ничего. А станет на пути седьмая или девятая, и конец тебе. Опаснейшие приключения. Это судьбинная баба. Держись твердо. Нет, Джон, это не опаснейшие приключения. Это быть или не быть? Ну, чего нахмурились? Обеда никак не дождетесь. А он поди готов. Да, там его до черта наварили. Иди, дуй на ложку. Ну да. Хорошая кашица. С камбалой. С севрюгой. Ах, черти полосатые. Обрадовались, что в этом году голодных много. Давай вместо 2 рублей тогда по 8-6 гривен платить. Сергеич едет. Ребята, в чем дело? Сергеич, не лады тут у нас. Харчей не дают. А? Голодными работать не будем. Не потянем. На кашицу не наработали. Точно не потянем. Не понимаю, что происходит с обедом. Черт знает что. Я поговорю сегодня с Букеевым. А сейчас вставайте, ребята, а? Ну ладно. Кабы не вы, Сергеич. Сегодня доработаем день. А ты своего Буку потряси. Пошли, ребята. Будем бурить. Ну, вот я подхожу к нему и говорю, что вы не можете мне... Простите. Нет, вы не можете без шуток. Да ну, оставьте, пожалуйста, не наркоби. Ну вот. Вот у меня все-таки поразительная интуиция. Я так и знал. Я знал, что ученый муж сегодня опоздает к обеду. Ну какая же тут интуиция? Его часто задерживают рабочие. Это происходит всегда, когда мне особенно хочется есть. Ну это скучно, можно о чем-нибудь другом. На вот ему. Простите, пожалуйста. Я опоздал. Наконец-то. Приступим, господа. Да. Господа, прошу садиться. Можно подавать? All is ready, sir. Жан помногу пил и ел, только это и умел. Он так много ел и пил, что до смерти счастлив был. Спасибо. Позвольте вам положить. Прошу вас. Нет, вот это. Изумительно. Вас задержало что-нибудь водяное? Какое-нибудь открытие? Воистину водяной. Вот смотрите, он только что убил 3 года жизни на то, чтобы бороться с сыростью, осушая болото в Рязанской губернии. А теперь 5 лет будет разводить сырость здесь. Никон Васильевич, меня задержала стачка рабочих или забастов, как хотите назовите. Что?
Они единодушно отказались работать до тех пор, пока им не улучшат питание. Их плохо кормят. Они уже один раз заявляли об этом. Вы помните? Не может быть, Жан, как же это во второй раз? Сию минуту распоряжусь, чтобы нажарили котлет де валяй и прочего, соответственно. Вместе с де валяем не мешало бы плетей на сладкое. Это ужасно. Они все время чем-нибудь недовольны. Только и слышишь забастовки. Нина Аркадьевна, в их требованиях так много справедливого. Просто мы очень далеки от них. А когда сталкиваешься с ними близко, на работе, иногда уши горят от стыда социальной несправедливости. Да нет, пора бы вопрос с рабочим серьезно выяснить и изменить. Вот за границей, например, в Англии. Господин ученый, вы, оказывается, еще и революционер. Это интересно. Да, он за рабочих, это всегда у него так. Господа, не стоит придавать значение этому недоразумению. Я распоряжусь, и все уладится. Нет, почему же? Вопрос интересный, хотя и спорный. Дорогой мой, я тоже идеалист, уверяю вас. Я понимаю все это. Рабочий вопрос, социальные несправедливости и прочее, конечно же, о Господи. Мы наделали законов для наших знакомых, а сами обходим законы стороной, чтобы не задевать их, знаете ли. Тем более, раз уж вы это понимаете. Да, конечно, понимаю. Но все-таки иногда необходимо приказывать людям. Или так, или до свидания. Господи, какой скучный, серьезный сегодня обед. Никон Васильевич, прикажите дяде Жану молчать. Или пусть говорит веселое, например, про Париж. Ольга Борисовна, мне с ним не справиться. Рад исполнить ваше приказание. Уже 22 года я бессилен перед ним. Да. Приказывать я не умею. Могу только советовать или убеждать. Всего убедительнее. Страхи. Государство держится страхами, это факт. А вы рассуждаете как социалист, человек преждевременный. Жизнь, поверьте мне, запутанная штука. И кто в этом виноват, неизвестно. Забавно вы говорите. Так вот, дорогой мой, успокойтесь. Все устроится, все пойдет по-хорошему. Насчет улучшения харчей я распоряжусь. Хорошо. Я к ужину составлю смету. Да вы не торопитесь. Спасибо. Позвольте мне сказать 10 слов от души. Да, что такое? Послушайте, божественное. Я романтик. Ну, серьезно? Вполне. Мне тягостно видеть страдания людей. Я совершенно впадаю в отчаяние, когда мучается близкий человек. И вот, будучи душевно предан Никону, я умоляю вас, обратите на него внимание. Ну, приласкайте ребенка. Он страдает с Тамбова. Откуда? Ну, с Тамбова. Со дня первой встречи с вами. Вы много выпили?
Обыкновенно. Позвольте, вы это, кажется, иронически спросили. Нет, вполне серьезно. Несравненная. Будьте великодушны. Никон, я перекинулся с ней парочкой слов насчет тебя. Ну, конечно, она и так, и эдак. Ничего определенного не сказала, но... Ты пьян, брат? Нет, я не пьян. Пьян. А ты Бука. Не знаешь, как приступить к ней. В конце концов, влюблен ты, а не я. Ну, верь моему опыту. Ну, терпение, дружище. Почему Никон Васильевич не в духе? Женщины, вся ваша сестра виновата. Неужели он серьезно увлекается ею? Это было бы ужасно. Да, не очень весело. А вот вы рискуете проворонить кусок. Грубо, Жан. Грубо, что с вами? Я не Аркадьевна циник. Уверяю вас, я огорчен. Черт бы взял водопроводчика и супругу его. Ведь если случится... Вы думаете, это у него серьезно? Последняя женщина, вот что я думаю. А вы? Оставьте меня в покое. А как же Ладыгин? Ну, это меня не интересует. Так откройте ему глаза. Не угодно ли вам взять на себя это приятное дельце? И возьму. И возьмите. И возьму. Воспитывать человека чуть ли не 30 лет. И тут вдруг является герцогиней Щукламы. И пожалуйста. Вам не холодно? Немножко. Да, Михайловна, принесите ей плед или шаль. Ольга Борисовна, как проводим сей день, его сотвори Господь. Возрадуемся, возвеселимся снова, да? Ну, откуда вы знаете столько церковных слов? А у меня служил в сторожах один растриженный дьякон, пьяница лентяй, я очень любил беседовать с ним. Что это значит? Так, это не обижает вас, надеюсь? Нет, но удивляет. Не удивляйтесь. У меня душа наполнена чувством благодарности к вам. За что? За то, что вы есть вот такая неотразимо властная, такая красавица. За то, что я имею счастье знать вас. Однажды вы стояли на берегу, такая задумчивая, в стороне от людей. Не знаю, почему, но меня это очень тронуло. Что именно? Да вот, в стороне от всех вы стоите. О чем вы задумались? Я слушаю. Нет, вы ошибаетесь, если считаете, что я избегаю людей. Особенно я люблю людей веселых. Жаль, что не умею быть веселым. Что же вам мешает? Не знаю, что. Я люблю печаль. Вы же человек богатый, независимый. Независимых людей нет.
Мне так кажется. Вот как? Почему? Ну, если хочешь чего-нибудь, то зависишь от предмета своих желаний. А вы желаете возможного? Все кажется возможным, но полного счастья нет. Недостижимо. Но удовлетворитесь неполным. Обидно. Человек жаден. Давно пора завтракать. Еще! Стой! Порядок. Верочка. Я слышала, вы говорили, что не приедете сегодня обедать. Ну, что сегодня у вас на работах важный и сложный день. Значит, вы будете весь день голодный? Это невозможно. Вот вам еда. Куда ее? Спасибо. Так, еще немножко. Так. Стой, ребята. Яков Сергеевич, пора на обед. Обедайте. Обедайте, Семен Егорович. Верочка, вы прелесть. Вы знаете, я только сейчас почувствовал, что я отчаянно хочу есть. Прям как Ладыгин. Спасибо. А вы? Нет, нет. У меня все еще впереди со всеми. Вы ешьте, ешьте. А вот вам ваш любимый квас. Спасибо. Вы так много работаете. Целые дни. А я люблю работать, Верочка. Работа повышает уважение к самому себе. Тишина. Покой. Да. Но в этом покое немало тайн, Верочка. Вы вглядитесь в эти холмы. Это следы геологических потрясений, следы вулканов. Все голо, сухо. Нет воды. Но вы знаете, бесплодной почвы нет. И Сахару можно сделать плодородной, если работать упорно, с любовью. Земля должна быть огранена трудом людей, как драгоценный камень. Вы знаете, по-моему, те, кто говорят о муках творчества, неправы. Надо говорить о радостях творчества. А Ольга Борисовна так же думает? Ольга? Она из тех людей, для которых то, что они поняли, становится неинтересным. А вы? Вы хотите спросить, поняла ли она меня? Нет, я не имею права, так не спрашивают. Нет, спрашивать можно и должно обо всем. Верочка, вы к ней относитесь несправедливо. Но это, наверное, потому что вы немножко увлекаетесь мной, правда? Не знаю. Ну, может быть. Верочка, милая, мной нельзя увлекаться. Я совершенно не гожусь для романа. Уверяю вас. Не говорите так грубо. Нет, это не грубо. Но вы же знаете, что все здесь считают вас каким-то блаженным. Да. Да, вот и рабочие. Они относятся ко мне как к ребенку. Положительно боятся обидеть меня. Вот я знаю людей, которые не боятся этого. Да, конечно, есть такие. Мы все очень небрежно относимся друг к другу. Мы совершенно не умеем любоваться человеком.
А что на земле прекраснее, чем он? Значительнее, сложнее и загадочнее его? Ну, послушайте, ну я не понимаю вас. Я восхищаюсь вашими словами, но мне жалко вас до тоски, до отчаяния. Как вы можете? Вы не смеете. Вы не имеете права позволять, чтобы вас так унижали. Меня? Кто? Да все. Жан издевается над вами. Мой дядя, ах, господи, он же хочет отбить у вас Ольгу Борисовну. Ну, неужели вы этого не видите? А Ольга Борисовна... Я, конечно, нехорошо делаю, говоря это. Но ведь все видят ее отношения с Ладыгиным. Довольно, Верочка. Нас мучает то, что мы слишком пристально рассматриваем. Ну, поймите. Вы не смеете, вы не имеете права позволять, чтобы вас так унижали. Ну, а если я не чувствую унижения? Ой, тогда вы действительно... Дурак. Господи. Нет, это невозможно. Ну, прощайте. Одни, вы довольны? Не гребите далеко от берега, не надо. Я не понимаю этого. Что вы не понимаете? Я вас люблю. Я страстно желаю вас, а вы капризничаете. Вы называете это каприз? А как же? Уверяю вас, что я вообще очень нравлюсь женщинам. Они меня любят. А вы умеете любить? Какой странный вопрос. Я же не мальчишка и не старик. Вы очень просто понимаете любовь. Удивительно просто. Я вас искренне люблю. Ваша любовь на две недели скучных будней. В вашей любви не будет праздника. Ну, извините, этого не можете знать. Вы очень, извините, сильное животное, но мало человек. Очень мало. Человек – это прежде всего физика. Понимаю. Хотя я и скептик, но сердце у меня есть. Я, брат, умею чувствовать и дружбу, и любовь. Что мне делать с этим ученым дураком? Не торопись. Придумаем.
Ты знаешь, иногда мне убить его хочется. Ну, зачем же так грубо? Можно найти другой прием. Ты вот что пойми. Красивая женщина либо распутна, или глупа. Ну, таков закон природы. Ольга Борисовна не глупа. Значит, она, стала быть... Заврался ты, заврался. Бог мой, я не могу иначе. Для скептиков, как известно, нет ничего святого. Everything is ready, sir. Coffee, gentlemen. Turkish? Чего? Тыртыки. Yes, sir. Давай-ка выпьем кофейку. Good appetite, gentlemen. Ну, притащи-ка нам еще фин-шампань, живо. И свежего винограду, там я видел, привезли. Это, знаешь, специально для дам. Мы подольем туда бутылочку, и дамам будет весело. А когда дама весела... Ты жулик. Таковыми же создал Господь и всех прочих людей. Я знаю, все мы притворяшки. Один притворяется честным, другой умным. А по натуре своей и тот нечестен, и этот неумен. Привыкли играть роль, и ничего, получается успешно. Да, добро, честь и прочие душевные марципаны. Все это, брат, литература, даже хуже литературы. Что ты говоришь, что ты говоришь? Не едут. Приедут, неминуемо. Ну, вон они. Что ты, не видишь? Прошу меня извинить, Ольга Борисовна. А я не видел, как ты сошла на берег. Как сошла? Как богиня? Вот, слышал как? Ты устал? Нет. Что ты делал? Сегодня был очень важный день. Поставили третью вышку для бурения. Поздравляю. До скорой встречи, господа. Дядя Жан. Дядя Жан, когда привезут трубы? Едут трубы, едут трубы. Никон Васильевич, за два с лишним месяца мы ничего не сделали. Это все он.
Это не годится. Мы тратим бесполезную массу времени и денег. Никон Васильевич, вы распорядитесь как-нибудь построже. Беспокойный вы человек, Яков Сергеевич. Поймите, на днях может пойти вода. Если не будет труб, я прекращаю бурение. Прекрасно. Прекрасно. Вы шутите. Ты бы, Жан, того, в самом деле. Да ну. Хорошо бы чаю выпить. Сейчас распоряжусь. Если смотреть со стороны, вся эта затея – чужое дело для вас. Чужое дело? Чужое дело. Вот вы, батенька, обо всем говорите, думаете. А вот скажите мне, что значит моя жизнь? То есть не моя жизнь Букеева, а вообще, когда человек, вы, например, говорите, моя жизнь... Позвольте, я не понимаю. Ну как не понять? Я говорю, моя жизнь, а что в ней мое? Вот у меня имущество есть, о нем заботиться надо, а мне лень. И вообще, что в моей жизни мое? Ничего нет, кроме забот. Ну-с, как же? Вот, когда эта огромная ваша земля будет оршена, когда везде вокруг насадят сады и парки, возникнет образцовый курорт. Первый в России. Когда все вокруг зацветет, заиграет на солнце, в аллеях появятся женщины, дети, тогда вы скажете, это мной сделано. И только это будет через 25 лет. А мне нужно сейчас чего-нибудь. Для себя. Для одного себя. Если вы говорите серьезно, это несчастье. То ты делаешь, что серьезно. Тогда вы несчастный человек. Для счастья. Для счастья необходимо чувствовать радость труда, творчество. Мужик трудится всю жизнь, а радости не видать в нем. Это потому, что труд его подневолен. Изнурителен, ничтожен по результатам. Да-да, он съедает свою работу. Именно это не дает ему возможности чувствовать себя исторической личностью, человеком. Попробуйте работать. Разучился. Положение безвыходное. Посмотрим, посмотрим. Может быть, и нет еще. Никон. Никон. Ничего не нужно строить. Для чего тебе вся эта канитель с водой, если ты решил продать имение? Ведь у тебя цель. Удержать его жену. И только для этого затеял ты
орошение и всю эту чепуху. Ну, не совсем для этого. За имение с водой дороже дадут. А на кой тебе, черт, деньги? Это верно. Деньги мне не нужны. Уговаривайся с ней и махай за границу. Да пойми, с ней нельзя так, нельзя, нельзя! Да почему, отчего? Ты не понимаешь. Я серьезно влюбился. Ну, когда же ты влюблялся несерьезно? Ну, ты же сам говорил, что последняя женщина, как сороковой медведь. Ну, мало ли что я говорю. А ты не верь. Я, брат, не хуже водопроводчика могу говорить на все темы. Потому что я человек вдохновенный и фантастический. Вон водопроводчик говорит, что жизнь есть вечное движение, и все мы несчастны от того, что не чувствуем этого. А все стараемся остановить движение, уцепившись за что-нибудь и укрепив себя. Опоздал я укрепиться. Нет, это он верно говорит. Пускай все движется. Там мысли, дела. Я не знаю, что я буду делать завтра. Но сегодня я хочу пожить хорошо. Скажи, пожалуйста, твоя любимая мелодия? Пришел сказать тебе, Нина, ты, пожалуйста, не сердись. Пойми. Что с тобой, Ника? Пойми. Пойми, я люблю ее. Мне хочется счастья. Я виноват перед тобой. Как же так, Никон? Как же так? Мне было хорошо с тобой. Но что я могу сделать? Хочешь, дам 100 000? 200. Ради Бога, отпусти. Уходи. Уходи сейчас, Никон. Я тебя прошу. Уходи.
Войдите. Доброе утро, Нина Аркадьевна. Доброе утро, Верочка. Наум привез из города покупки. И для вас есть кое-что. От Бракара. От Бракара? Получайте, применяйте, сразу похорошеете и помолодеете. Верочка, женщину вострить на эту тему можно только до 20 лет. Поэтому я вас прощаю. Да, кстати, Верочка, присядьте на минуту. Я хочу вас спросить. Вы ничего не замечаете? Нет. А что? Не правда ли это Ольга Борисовна охотится за Никоном Васильевичем? Нет. Однако это так. Вы девушка, человек неопытный. Вам незаметны наши женские хитрости. Да, я действительно ничего не понимаю. Но вы должны же понять, что эта женщина угрожает вашим интересам. Мне? Моим интересам? Конечно. Если она увлечет Никона Васильевича, заберет его в руки, тогда ваше будущее, вы же сами понимаете. Какое мне дело до этого? Верочка, вам нужно выйти замуж. Для этого необходимо приданое. Мне нужно уйти отсюда. Здесь все охотятся друг за другом, а жизни нет. Конечно, вы понимаете, что я говорю вполне бескорыстно. Только Яков Сергеевич. Один он. Яков Сергеевич. Он глуп. Это прекрасный человек. Вы увлекаетесь им? Да. О, Господи. Но, милая моя, это смешно. Хм, пусть будет смешно. Пусть будет смешно. Пусть будет смешно. Стреляет. Нет, так нельзя. Надо объясниться. О. Фу ты, черт. Сбрил бы ты на ум, Баки. А то на карикатуру англичанина похож. Пройдут годы, и вся Европа отпустит Баки. Какая приятная неожиданность. Вы так рано встали. Как самочувствие? Спасибо. Пойдем к тебе? Нет, нет, нельзя. Ну почему? Он же уехал, я видел. Пойдем. Нет. Милая, ты так ласково с мужем, это неприятно волнует меня. Я не могу так. Если я люблю, то надо и меня любить. Да, неужели? Ну, конечно, надо ясно знать, на какую лошадь ставишь, как говорят англичане. Это они в подобных случаях так говорят? Они во всех случаях так говорят. Я пришла вам сказать, чтобы вы оставили меня в покое. Ты что? Издеваешься надо мной? Вы здесь. Пардон. Вы хотите что-то сказать? Нет. Ну, может быть, скажете? Нет.
Желаете остаться немым судьей? Я ничего не желаю. Я никого не хочу осуждать. Войдите. Простите, дядя Жан. Что с вами, богиня? А вы бледненькая, опрокинутая. Что случилось? Ничего, нервы. Я прошу вас, дайте мне лошадь. Я хочу поехать на холмы, на участок. Ну, конечно. Сейчас же все непременно. Спасибо, я сейчас буду готова. Ольга Борисовна. Позвольте мне еще раз побеседовать с вами. Если это старая тема, то бесполезно. Милости прошу, а не жертвы. Ну хорошо, говорите скорее короче, я спешу. Ольга Борисовна, я циник. Да? Кажется, недавно вы говорили, что вы романтик. Я обмолвился. Я циник. Я смотрю на вещи просто. Вы красавица. Вы действительно женщина. И вы заслуживаете божеских почестей. Вам необходимо вставить себя в раму, достойную вашей красоты. А жить с водолеем... Я прошу вас. Я нисколько не хочу обижать Якова Сергеевича. Но я же вижу, вы не нужны ему. Да ему вообще ничего и никого не нужно. Он человек... преждевременный, отвлеченный, романтик, мечтатель, поэт и тому подобное, и да здравствует он. Но при чем вы здесь? Не понимаю. И что же дальше? Дальше? Никон. Вы знаете, как называется ваша профессия? Знаю. Приживал. Паразит. Хуже. Знаю. Сводник. Но я по-своему люблю Никона. И желаю ему счастья. А счастье — это вы. Все вам. Все для вас. Жизнь. Ну, жизнь — это пустяки. А вот состояние — не пустяки, а около 6 миллионов. Ольга Борисовна, дело стоит так. Лично мне невыгодно... чтобы эта комбинация осуществилась. Ибо я знаю, войдя в дом Никона, вы меня... Я не понимаю, вы пьяны или с ума сходите? Нет, от чего же? В дружбе я рыцарь. Да-с, рыцарь, не меньше того. Ольга Борисовна, перед вами все. Сзади вас пустота, одни словесные бубенчики. Не смейте говорить так. Войдите. Что с вами? Вы с ней ссорились? У вас такой взъерошенный вид. Взъерошенный? Ага. Это вдохновение посетило меня. Я рассказал Ольге Борисовне историю. Драму, которую видел в синематографе. В чем дело? А что? А чего она такая? Я и сейчас, знаете, наговорил столько, что просто удивительно, как она на ногах устояла. Разоблачил, так сказать. И про Ладыгина, и вообще. Вы, говорю, сударыня, лучше знаете ли того, Цирюк, то есть назад, пожалуйте. Говорю... Врете? Я вам? Вы меня надуть хотите, сударь? Господи, я вас, да когда же это... Смотрите.
друг мой. Я вашу дипломатию понимаю. Ах, мой друг, как вы несправедливы ко мне. Я вас насквозь вижу. Вы из тех, кто всегда идет за победителем. Таковы все люди. Но еще неизвестно, кто здесь победит. Я, кажется, устаю. Почему-то надоело все здесь. Скучно. Как Никону? А он стареет. И уж не хватает баб, как прежде. Подряд. Теперь это неудача с этой принцессой. Да. Кажется, кончаются веселые деньки. Начинаются будни. Устаю. А почему это он один поехал в город? Сергеич. Делать-то нам больше нечего. Вышку поставили, вороток установили, бурить начали. Ну, а труб же нет. Они мне каждый день обещают, трубы едут. Ну? Труб нет. Что я могу сделать? Да. Вот она наша работа. Понадейся, она вся летит к чертовой бабушке. Платить-то за пустой день не будут. Так откуда же будут? Ха. А опять мы ни при чем. Значит, надо нам из этой дыры вон. Пошли. До свидания. До свидания, до свидания, Сергеевич. Пойдем, ребят. Прощайте. До свидания. Не пойму я, Сергеевич, чего ты на этих господ жизнь свою укладаешь? Чего уж тут? Злишь ты меня. Красивый ты человек, а не бережешь себя. Ну, прощай. Пошли. Решила прокатиться или что-то случилось у тебя? Яков, мне нужно поговорить с тобой сейчас. Чудесно. Поговорим. Давно я с тобой не беседовал. Да, ты не очень-то ищешь этого. А почему ты один? Где рабочие? А я отпустил их, Оля. С работы здесь творится что-то непонятное мне и странное. Рабочие здесь больше не нужны. Нужны трубы, а труб нет. Они точно заколдованные, как спящие красавицы. Не двигаются. Очевидно, нам придется уехать отсюда, Оля. Это было бы хорошо. Тебя что-то стесняет, скажи. А как ты думаешь? Букеев. Почему? Он смотрит на тебя, как жаждущий на источник свежей воды. Мне живет неразумная сила. Я хочу бунтовать. Мне трудно жить.
Мне всегда чего-то не хватает. Я не могу, я не умею жить. Странно ты говоришь, Оля. Это ново для меня. Ну, разве ты меня знаешь? Ты тоже непонятен мне. Ты вызываешь у меня желание спорить с тобой, не соглашаться. Я хочу стащить тебя на землю, чтобы ты был ближе ко мне. Ах, я не знаю, чего я хочу. Может быть, ты... Влюбилась, да? Это ты хотел спросить, да? Нет, не влюбилась. Но слушай, Яков. Я изменила тебе. Нет. Здесь? Это все равно. А что ты молчишь? Что же мне тебе сказать, друг мой? Я не знаю, что сказать. Разве тебе не больно? Тебе хочешь, чтобы я кричал? Как это должно быть неудобно и противно отдаваться двоим? Наверное, один из них вызывает брезгливость. О, боже мой. Тебе неприятно, извини. Я с тобой привык говорить обо всем, что думаю, и неожиданно мне вспомнили жалобы проституток. Ну, что ты говоришь? Ну, что ты говоришь? У тебя нет души, у тебя только мозг. Бессердечное насекомое. Что ты, друг мой? Ну, что ты? Уйди прочь, уйди. Неужели ты думаешь, что я хотел оскорбить тебя? Да пойми, что это невозможно. Я пережил с тобой столько хорошего, я так благодарен тебе за это. И ведь я люблю тебя. Оля. Оля, ведь это несерьезно. Ведь если бы ты полюбила кого-то, ты бы вела себя иначе, не так ли? Забудем об этом, если это ошибка. А если это моя месть тебе? За что? За то, что ты далеко от меня. И ты решила уйти еще дальше? Нет, я думаю, это не так. И потом, я ведь знаю, ты меня любишь. Я это всегда чувствую. Господи, как трудно с тобой, ты точно издеваешься. Оля, я понимаю, что быть красивой женщиной – это иногда большое несчастье. Она сокровище, и к ней отовсюду тянутся завистливые, жадные, иногда грязные руки, и все хотят обладать ею. Я понимаю, как легко потерять себя в этой ядовитой атмосфере вожделения. О, боже мой, кто говорит со мной? Человек, который любит меня? Или какая-то умная книга? Или непонятная мне идея? Я с ума сойду. Послушай же, дитя мое, я же не виню тебя ни в чем. Обвини, оскорби. Не будем говорить глупости. Ты ошибаешься. Думаешь, что я не страдаю? Нет, по-своему я оскорблен. Не тобой, а пошлостью события. Ты прости меня, случилось пошлое. Случилось пошлое, это не страшно, но мучительно, именно потому что пошло.
Ты знаешь, я люблю любить. Люблю самые чувства любви, умею любоваться им. Ты знаешь, помнишь? Да, это было. Это всегда со мной. На всю жизнь, женщина. Ты останешься для меня владычицей мира. Существом, от которого все племена и народы, силы, побеждающие смерть и разрушение. Тебя ради родилось на земле все прекрасное. От тебя вся поэзия жизни. Все для тебя. Преступления, подвиги. Все. Любовью к тебе насыщена вся жизнь. И пусть формы любви теперь несовершенны, грубы, но настанет время. И это лучшее чувство наше наполнится религиозным сознанием, и мы будем любить, обожая друг друга. Проклятый сказочник, живет в тебе какой-то тихий дьявол. Я не знаю, можно ли верить твоим словам. Оля, надо верить. Из всех иллюзий жизни вера — это самое лучшее. Но за всем, что ты говоришь, я чувствую глубоко скрытую иронию. Ты успокоилась немножко? Да, ты заговорил меня. Ты говоришь со мной, как с ребенком. Я тебя люблю. Я чувствую, что тебе жалко меня. На любовь? Где же она? Ну, почему ты не спросишь, зачем я сделала это? Если хочешь, скажи. А тебе? Тебе безразлично? Ну, не могу же я тебя просить, покайся. Если б ты любил. Ну, хорошо. Я сам стану рассказывать о тебе. Ты хотел попробовать, не разбудит ли любовник страсть мужа, да? Если б так. Тогда это поступок отчаяния, вызванный моей небрежностью к тебе. Знаешь, тебя все считают наивным человеком. Проще говоря, дураком. Милая, давай прекратим это. Ведь ты не Верочка, которая так любит психологические разговоры. Из которой ты кокетничаешь. Да? А что, тебе нравится? Мне все люди интересны. Все. Но люблю я одного человека на земле, тебя. Вот я с наслаждением смотрю, как ты внутренне растешь. И не хочу мешать росту самого прекрасного на земле, что я знаю. Мы помирились, да? Да. Ты умеешь успокоить душу. Но твоя любовь, где же она? Я не чувствую ее. Не чувствую. Что же мне делать? А? Ну что же мне делать? Побить тебя, как бьют мужики баб. Хочешь? Да. Ветер. Шумит? Хорошо, что мы накрыли здесь.
Садитесь, господа. Сытые пчелы висят в воздухе, тихо кружатся над каким-то цветком. И сам я тоже повис в воздухе над ним. Ну что же это? Какой цветок? Может быть, любовь или мечта о чем-то недостижимом. В чем-то недостижимом. У вас странная манера говорить со всеми обо всем. Это выговор тебе, ты понимаешь? Да что, Ольга Борисовна, я просто так. И в самом деле, для Яков Сергеевича как будто не существует запретных вопросов. Он удивительный. Философия. Все, философия. Да. Это никого не приводит к добру. У меня был роман с одной курсисткой. Она тоже занималась спортом. Такая странная. Ужасно любила рассуждать. Как вы рассказываете? Это правда, уверяю вас. Бывал в самые неподходящие моменты. Вдруг спрашивает, ну почему ты меня любишь? Ну я, естественно, отвечаю, потому что ты женщина. А ей этого мало. Есть, говорит, много женщин, много мужчин, но почему ты любишь меня, а я тебя? И т.д. и т.п. Ужас. Я потерпел эту философию месяца три, а потом взял, да и написал ей, прощай, Ирочка. В любви не философствуют, а кто занимается этим, тот, по-моему, глуп. Да неужели? Да, уверяю вас, страшно обиделась. Простой ты человек, Борис. Очень люблю я тебя за это. В Харькове был жеребец, Гамилькар. Кажется, 200 тысяч за него давали. И сдох. Он, я думаю, был очень похож на тебя. Ну, тоже, брат, сравнил. Я считаю ваш смех неуместным. Ну почему же? А так он мне не нравится. Ну я очень сожалею, но иначе я смеяться не могу. Я прошу вас не смеяться. Никогда. Я вас прошу. Ветер злой сегодня. Кажется, скоро уеду. А как же Ольга Борисовна? Так же, с ней ничего не выйдет. Да ты сначала попробуй. Вон Ладыгин, он не дремлет. Сейчас мне похвастался успехом у нее. Ты ничего не понял? Ладыгин, это черный час у нее. Это случается с человеком. Я только сейчас видел ее счастливое лицо с ним, с Богомолом. Она любит его. Не в этом дело. Да в чем же? Нечем ее взять. А миллионы? Водопроводчик богаче, чует жизнь, хочет чего-то. А ты, репетитор,
Репетитор, ты ничего не вырастил во мне. Ты даже инженера не сумел из меня сделать. А взялся 24 года по кафе Шантанам. Ну, Никон. Никон. Жан по многу пил и ел. Только это и умел. Жан так вкусно ел и пил, что до смерти счастлив был. Мне лучше уйти. Ты в каком-то странном настроении сегодня. Минуту! Я уезжаю за границу. Имение продаю. Продолжать работу Богомолова не надо. Он свободен. Произвести сейчас же все расчеты с ним. Вот чек. Хорошо. Попроси его. Попроси его зайти ко мне. Проститься. Я хочу сказать ему несколько слов. Пожалуйста, на холмы. Надо проститься с холмами. Оля, Оля, что бы здесь могло быть?